Ебать, не видел. У что, у Лизы вышел дис? Ебать, 3 миллиона уже почти. Я не понимаю, что это такое. Это что за канал? А что у нас маленькой буквы написала? Дура, что ли, необразованная? Ха-ха, шифт не работает. Это кто вообще нахуй? Че ей надо, бля? Грустная Пепе, грустная песня, акула Лиска. Что за говно, фу, бля. Простите, что так часто бесит мне. Подожди. Ебать. 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 На Ютубе появился суперчат. Чтобы низко флекси. Низко флекси. Низко флекси. Низко флекси. Во-во-во, я вижу. Смотри, вот он. Данон любит писюны. Видишь, чувак, задонатил 40 рублей. Ебать! Смотри, ебать, это видно теперь, что ли, чувак задонатил? Ебать! С телефона ничего. Ага, деньги! Ха! С телефона ничего? Ну, это, наверное, только я вижу. Ну, в смысле, они тоже видят, но... А, нет, вот, смотри. Да ладно, ебать! Карамель, это рта ты попал на мель. Статистика пала, и что теперь? Он ловит себе хайп, кого бы задели. Ты не сладкий, ты приторный. Что за говнище, фу. Вообще безвкусная хуйня. Я не понимаю, кто вообще... Кто это режиссировал, ну-ка? За режиссура, ага, ага. Фу, бля! Ну и еблище! Ха-ха! Тупой осел, блядь, я его мать ебал. Блядь, тролль ебаный, фу, сука. Тролль, который нахуй под этим живет. Под мостом, блядь. Он еще и курит, Лер. Он курит, реально. Вот, видишь, сигареты стоит. Фу, мерзость ебаная. А ну, подпишитесь на него, на его страницу. До 50 тысяч добейте, чтобы он охуел. Знаешь, такое ощущение, что он на тебя похож? Он на меня не похож. Ты не куришь, я же не курю, да. Если бы я курил, он бы, наверное, на меня чем-то схож был, да? Внешне он на долбоеба похож. А ну, подпишитесь на него. Кто рыгнул? Лер, кто там рыгнул? Вот напишите в чате, кто рыгнул, и подпишитесь на него. Посмотрите, блядь, фу, ну и свинота. Бля, мразота ты ебаная, блядь. Порталанты не нужны, заждался завод. Все через жопу твоя чистка, словно миллиона чужого вагина между ног, вы так похожи. Я рыгнул, пишет. Ага, все, сейчас бан полою, поймаешь. Держи бан. Все. Жекалабить и пытаясь вылезть вон из кожи. Просто позер, чмо, заждался вброс. Выглядишь так же. Крутишь носом, хайпишь лишь на совместных видосах. Смотришь мимо камеры, смотришь мимо факта, хочет твой видеоблог. Ну и хуйня! Атова, атова. Фу. Атова. Ой, вот он, да, вот эта хуета, блядь, стоит. Атова. Я хочу встать и въебать ему, Лера, я не могу сдержаться, а, нахуй. Может, тут нет, чтобы бить. А, да? Ты ударишь монитор, сломается. Да? Ну я реально ему хочу ёбнуть, блядь. Ну встретишь на улице, ударишь. Ладно, я его реально встречу на улице. Вон, чувак, 20 рублей. А, тут можно сколько угодно донатить, типа вообще, сколько захочешь, да? Интересно, а куда эти деньги идут? Вот это мне интересно. Ну ладно, потом выясним. Куда же полез ты, зачем тебе это? Атова, атова. Атова, атова. Ходишь по кругу со всеми, как шлюха, но вот тебе челлендж пизду с YouTube. А насчет это его оскорбляет. Я тебе говорю. Если она бабушку Атеву тронет, я, блядь... Бабушка Атеву вообще клёва, она же вообще ржекотан. Я, ну, смотрю, бабушка такая, хайо, ну как там? Эва, да. Я вообще смеюсь, мне смешно становится. Атова, а это что? Атова. Она же даже не бабушка. И не смешная бабушка. Атова, Атова. Нет, видишь, не бабушка. Да, вот смотри, максимум 10 тысяч, да?
Вот сотка. Сотка, смотри. Вижу. Бля, спасибо за 100 рублей, посмотри. Данила. У меня тоже, да, у меня чат... А, это самый этот, самый большой донат. Я могу потом просто нажать, типа, и у меня Данила Фролов выскакивает. Спасибо большое. Куда же полез-то, зачем тебе это? Что за хуй сос? Атева, Атева, Атева. Ходишь по кругу со всеми, как шлюха, но вот тебе челлендж пизду с Ютуба. Фу, ну-ка. Дизлайк. Я промахнулся, но я просто пьяный, у меня руки трясутся, блядь, пил с утра. Ты пил? Нет. Круто. Бля, он так потешно в маске и с кепкой смотрится. Просто охуеть смешно. Я как ячмень рос на глазах, ты говорил так нельзя. Ты владыка селян, твой рэп передашка, ты к обезьяне. Блядь. Все поняли, кто ты, кто здесь я. Чтобы послушать твой рэп, попрошу плеснуть киселя в миксера. Нахувает, вас накрывает, как покупает. Мы сто говорим, вас покупает, как чё купает. Как ничёный кайф, воспитала мать, мы вас поломаем, как китайский мать. Свои баны кайф, карифану парим, лезем убивать. Виним пулю в край, теперь охуевай, как мы будем рвать. Садись, я завожу кадиллак, как ты сифилис. Я побегу по делам, как трикерис, мой по делам подбитый рис. И мне плевать, кто там бетли под лист, как подбитый лист, как нигелист, никибис. Тебя сживает конфликт, как пис, нам не нужен твой пис, нам нужен твой пис. А пис, как пис. Я слетел с картошек, ты охуеть. Члена конгресса, бля. Сами рамситер, так как дрочится, но резом гочить с майонезом. В отметку лишь песни по Треванесам. Чтобы слушать нас, нужно быть ебанутым, как Мэн Рамси. Когда тебя кидают, острый воспитает, как син возметает, поразметая куски. Рамси. Просто рамси, как псих, или сит, как Рамси. Пассивных инстинктов, как Стивен Сигом Си. Бля, Рамси. Он так и называется, клип? Рамси, а, Рамсинг. Ну просто Рамси. Как син возметает, поразметая куски. Рамси. Просто рамси, как псих, или сит, как мистик. Мири пассивных инстинктов, как Стивен Сигом Си. Бля, охуительно. Блять, охуительно! Ну, это на самом-то деле обычный просто будний день в Казани, бля. Бля, ну пиздато вообще. Сидрэм планку поднимает постоянно. Клево, клево. Они... Ну-ка. Это... Понимаю, что это что-то сделал. Стоит вопрос, сколько мне надо еще задевать Кашина, чтоб похэмпить? Ха! Это опять он, что ли? Это опять он? Привет, Аня Кашин, да ты не помнишь меня?
Но я делал тебе превью, обычно солидарность в прошлом никто не отменял. Ты скажешь, горит очко, и ты будешь прав. Ведь Даня ответит, валялась, когда лишь надо мой диз. Фак, да, фак. И Даня тихо псит по югу, в чем пилидосы, как тем слухами отладали. Ну уже популяр 10 капистов. А, сейчас, подожди. Так это не делай, сейчас, подожди, намутим, сейчас. Да не переживай, нормальная дикция. Не переживай, отлично. И Даня тихо псит по югу, в чем пилидосы, как... Блять, Даня что-то... Чё? В чем пилидосы, как тем слухами отладали. Ну уже популяр 10 капистов, ты, но ведь помню время, когда забрал мою логу, где были бриты, говно. Ох, ладно, попробуем на обычный. Ща, еще разочек. А, 10к подписаты, я услышал. Ты говно, залупа, пенис, я, и какой ты ДК, ты ведь аниме, бит. Я не люблю, когда про меня делают мемы, это чьи слова на твое место дислокации. Это те тот же самый текст. Мемный паблик, вау, ты уверен своим словам, тебя тут буду вроде поцеловал, и вытащу тебя с этого дерьма, и татары не бросают татар. Я сменю свой образ, я теперь ютубер на 2000 рублей, мы об всем забудем, и за что ты меня забыл, ведь я вроде бы полноценный, вроде бы в школе хватало хороших оценок. А, продолжение. Когда ты смотришь в зеркало, ты будто гнойный. Кто ты, Даня Кашин, ДК или аниме, бит? Оксимирон, ты следующий. Вот теперь это более-менее похож на Стём. У, сука. А че меня никто не диссит? Ну-ка, диссите все меня, блядь, толпой. Почему, блядь, какого-то школьника все диссят, а меня нет?